Всем привет, это третий влог на канале. Сегодня нас ждет игра с Crazy. И сегодня нас ждет Jazz Lift в Берлине. Посмотрите, как он выглядит. Как вам лифт, пацаны? Что не день, то приключение. Там еще есть слева рок. Рок-лифт? Я заменил. Здесь есть плейлист. Здесь есть плейлист лифта, да? Ну, и в принципе, можно вот это. Хорошо дело с лифтами. Не стоят, он с ним даже не знаком. И просто говорит: если я сейчас прыгну, то мы упадем. Кому-то из Liquid? Да, ну типа. А они? Они все посмеялись, когда сказали эту шутку своей команде. Сказали, так давно не смеялись. Да, но все-таки вы будем очень хорошее чувство юмора. Сейчас у нас сбор начинается. Ребята будут обсуждать карты, будут обсуждать тактики и подход к сегодняшнему матчу. Какая вообще игра стала твоим ориентиром на будущее? Вообще, помнишь, были такие шпилки, как Soldier of Fortuna? Солдаты Фортуны, нет? Не играл? Ты сразу начал в CS 1.6? Ну, я играл в 1.6 и во всякие стратегии, типа, знаешь, там Warcraft. Эпоха Империи? Ну, что такое, да, всякие стратегии любил. Потом пошел в CS 1.6, поиграл, мне понравились шутеры. Ну, я играл в разные игры. В League of Legends, Point Blank, CS 1.6. Больше ничего серьезного не было. Стали так игры, знаешь, которые скачиваешь, по два дня играешь. Мы тренировались очень усердно. И пришло время, когда вот это тренировочное наше время, потраченное и вложенное в развитие наше, да, оно проходит определенную проверку. Вот. Но я вам скажу больше, что на самом деле основная, самая настоящая тренировка, она идет вот прямо сейчас. Прямо сейчас, потому что каждая мелочь, которая где-то вот в разговорах цепляется, где-то в играх у друг друга цепляется, все, она потом сказывается, накапливается и может вылезти в последнем раунде при счете там 15-14. Все связано просто. И насколько вы действительно примете важное решение для себя в тот или иной момент включиться и сделать что-то, что ты никогда не делал, сделать что-то, что действительно принесет победу твоей команде. Не обязательно просто сделать фраг, а какие-то сказать слова, поставить вовремя паузу, сказать нужные слова тиммейту, подбодрить его, либо наоборот остудить пыл одного из тиммейтов. То есть это тоже то, что влияет на результат. Там очень злые, молодые рвачи, которые не будут давать спуска. Они будут цепляться, грызться, они будут очень сидеть у нас на хвосте постоянно, я уверен. Именно сейчас при счете 2-2 нам дается такой оппонент. Именно сейчас, я считаю, это является очень важной тренировкой. То, что делает вас сильнее. Шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только все вместе. Что к этой игре мы готовились год, да? Да, я это говорю. Я все говорю. Все в разные стороны разбегаются. Жак, я говорю, такое ощущение, что мы к этой игре год готовились. Видишь, ты придаешь важность. Это нормально. Слушай, каска твоя, Жак. Давай. Не вижу,
лицо принять. Я могу так давай твое принимать. Давай принимать. Дали смог. От руки, аккуратно зик. Зик не видит. Молотов перекус, смогка перекус. На Б-девайс! Бедом! Say, I know where this is going to go. You don't give me time. Два справа, сотка. Но они слепые. Еще банан. Два, еще. Еще банан, еще банан. Банан. Я живу, бро. Он в тебя в топал, Кирилл, где-то. Лис, найс! Где? Банан, банан два. Я живу. Ребятки, списали все локти, такого фото еще не было. На этом мейджоре для нас. Андрюха, пару комментариев. Очень плохо, ребят. Буст аккуратно, буст по таймингу аккуратно. Буст возьмите, контролю, 90 прикрыть. Убил 4. Меня убили. Поставить бомбу. Fame for the pride of taking shot. Despite of what we're made of, it all comes down to this. This is what you came for. It's something that you don't want to miss. This is what you came for. It all comes down to this. This is what you came for. It's something that you don't want to miss. This is what you came for. It all comes down to this. 12, сейчас очень важный раунд. Мы пикаем банан, по флеш. Флешечку давай. Давай, флеш. Бу! Найс! Я вам хочу сказать, что весь зал кричал «Эсперанто!» Nice game, guys. But we have Electronato. You know this guy? He'll go home after this match. Okay, we will see. Да. Ты снял? Ребята, да. Такой дерзости от новичков я еще не видел. Только что игрок Crazy сказал нам, что после этой игры мы едем домой. Я пойду расскажу это пацанам. Идем. Crazy сказал, что после этой игры вы поедете домой. Дерзко очень. Какое имя? Я сейчас покажу. Давай.
Вот тут в очках. Эсперанто! Они видели нашу игру, видели, что прессовали Зевса. Я предлагаю начать нам играть следующим дефенсом, короче. Двое играют улицу. Вот наш дефенс, который у нас не получался. Короче, двое играют улицу, двое играют ап. Даня рампа, мы не угадываем, короче. Мы отдаем им клин. Длинный. Я красный, парни. Смог короткий дали. Я красный. Он в темный, по идее. Он, по идее, в темный. Разыграть. Часы два минимум. Длинный спину взяли, давайте разыграть. Спокойно. Скаут стоит, я его вижу. Три, значит. Длинный открыт, короче. А запер, возможно, получится. Да, и слева еще. Аквариум. Парни, надо быть бомбе ближе, 40 секунд, он меня если убьет, я в ноль иду. Надо найти. Справа девятка был. Справа, справа. За контроль же 9? Возле рам, возле рам. Ставлю на мейн. Бомба на мейн. 9 взяли. Хорош, пацаны! Саня, пятерочка. Ребят, ну что я вам хочу сказать. Это был третий влог на канале Natus Vincere. Наш долгий путь в плей-офф, наш сложный путь в плей-офф. Молодые, горячие парни из команды Crazy дали достойный отпор. Я вам хочу сказать, что каждому из вас, каждому болельщику стоит хоть раз в жизни побывать на таком прекрасном чемпионате, потому что эмоции бурлят, шалят, я не знаю, как это все передать. Ко мне подошел эсперанто, как вы слышали, и сказал, что after this map, you going home. Если честно, во мне аж загорелся пожар целый. Хотелось после этого матча подойти и сказать have a good way to your home. Но мы так не делаем, конечно же. Достойно выступали ребята, мы в плей-оффе. Чего и хотелось. Поэтому поднять читы, ставим лайки, ждем следующих влогов, ждем интервью и будем болеть все вместе на стадии плей-офф. С вами был Алексей Костылев. Это был третий влог. Ребят, я забыл добавить, мы снова легенды. Ребят, все наши друзья... Держим щиты вверх. Всем там привет, передавай. Братуха, я хочу это видео, тут ты про эсперанто говоришь, это пи***. Кухма, я можно залью?